Приветствую всех на канале подписчиков случайных зрителей. Совсем недавно я открыл для себя интересный брак в 50-копеечной монете со штампом АГ. Данный брак мне подсказал подписчик в группе Вайбера, на что я сначала удивился, а потом нашел эту монету и был приятно удивлен, что такой брак нигде ранее не описывался, а также не озвучивался. Первая монета была найдена Романом возле города Моршин. Он осматривал монеты очень качественно и нашел интересную особенность в 50 копейках 1992 года со штампом АГ. Трапеции нашел интересный отросточек. У нас получается между 4 и 5 гроздью. В черенке внизу есть вот такой интересного вида отросточек. Назвал он этот брак XXL. Данную информацию я пересмотрел после стрима, нашел первую монету из, наверное, из 7 монет. Потом в дальнейшем я пересмотрел еще большую часть монет. Из 20 монет я нашел только одну с таким интересным браком. Сейчас я вам постараюсь, конечно, все-таки увеличить на микроскопе. Встречаемость этого брака крайне мала. В каталоге она также не показана. Отросточек очень интересный. Был найден также Андреем из Тернополя. Ну, мной и, я думаю, еще многими людьми, которые, посмотрев этот ролик, сразу отпишутся, нашли ли они этот отросточек, либо нет. Его видно, в принципе, даже без супер мощного увеличения. И он конкретно таки выделяется. Это однозначный брак чеканки данного монеты, либо брак штампа. Сейчас я вам, ребята, покажу под увеличением, и вы отпишитесь, кто такое находил, из какого количества этот брак, и как, насколько редко он попадается. Под микроскопом данный брак выглядит вот так. Сейчас я вам покажу более увеличенную версию. Здесь трапеции, штамп АГ, а здесь посередине, получается, в самом низу, под буковкой П, есть вот такой довольно интересный отросточек, который нигде не показан. Ни в каталоге, ни на форуме ИТК. Так что, ребята, вот такой брак встречается довольно-таки редко. Ну, можно его найти. Насчет цены не знаю, ребята, надо смотреть проходы аукционов. И то я не уверен, что на аукционах данный брак кто-то находил. Так что, ребята, вот такая интересная монета с интересным браком, который мне подсказали. Ну вот такая, ребята, очень даже интересная информация для раздумий. Спасибо огромное человеку, что подсказал, что есть такой брак. В интернете информации про данный брак я нигде не находил. Возможно, кто-то где-то, конечно, и описывал данный брак, но информации особо я не нашел. Спасибо огромное человеку за помощь, за подсказку в подготовке материала. Также за возможность распространить информацию об этом браке, чтобы, как говорится, весь мир увидел и услышал. Так что, ребята, вот так. Отпишитесь в комментариях, кто сколько нашел этих монет с такими браками. Под названием XXL, как автор его назвал, так я монету и называю с этим браком. Отпишитесь, в каком количестве вы нашли данный брак. Будет все-таки интересно. Также напишите местоположение, где вы нашли такую монету. Ну, всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем пока.